გამარჯობათ, მეგობრებო. მოგესალმებით ყველას. Здравствуйте, дорогие друзья. Минда гачвенот кактусის ყვავილობა. Вот так цветёт кактус, который потом даёт плоды, и многие любят эти плоды, я не люблю, я не смогла их полюбить, но есть люди, которые ценят их. Ну, ведь туркетчи харт ყველასთვის ნაცნობი ალბათ ეს кактуსი და ეს ადგილი ანტალიაში. Ай, кзва, мне купу сва рамისთვის მოведи, მინდოდა TikTok-ზე პირდაპირ ლაივი ჩამერთო და მეჩვენებინა ის, რასაც ვაკეთებდი და ვაპირებ ხა გავაკეთო. Я хотела вам маленький ритуальчик показать, но TikTok что-то барахлит. И, конечно, когда я занимаюсь своими делами, со мной всегда происходят такие странные вещи. И сейчас я хочу показать вот этот свой перстень из аметиста. На YouTube-канале мои зрители все знают этот перстень, потому что там не видят моего лица, там видят только руки. Это мой рабочий перстень. И я сейчас выкину это в море. Выкиню, потому что при работе, при одном ритуале он вообще потемнел. Я много раз чистила его, но до конца не почистился. Лучше ей идти в море. Вместе с ней сбрасываем весь негатив, все зло, которое прицепилось ко мне во время того ритуала. И пойдет на дно, как русский военный корабль, пойдет тот, на кого я срубила ритуал. И ему недолго осталось. И, ну, конечно, этот перстень не стоит даже немножко переживаний. Даже если был дороже, я бы ни на минутку не пожалела о том, что сделала. И надеюсь, другие ведьмочки тоже работают над этим вместе с силой. Свой пай в этой войне мы тоже внесли. До встречи!